Привет, мои хорошенькие. Нашла для вас свободное время. Наконец-то ловит связь, хороший интернет. Могу с вами пообщаться. Всем привет. Привет, 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 мои хорошие. Вот пол второго. Мы только закончили съемки. Вот отсняли семейный совет. Думаю, зайду-ка я в прямой эфир, пообщаюсь с вами. Давно не выходила на связь. Отвечу на все ваши вопросы. Приветики, привет, мои хорошие. Роза, какими тенями пользуешься? Где блесток много? Тени — это глиттер, вот такие в баночке, блесточки. Они продаются в любых магазинах. Не могу называть, не могу сказать название, но вы знаете. Самые популярные магазины косметики, там все продается. Можете спросить, сейчас это очень популярно. Вот. Сейчас час ночи, смотрим «Дом 2». Ой, замечательно. Семейный совет вы смотрите? Привет, и как настроение? Ой, настроение просто замечательное. Я наконец-то избавилась полностью от блонда. Конечно, с блондинки я не вышла, но, как видите, вы, вот у меня такое вот окрашивание. Затемнило корни. Вот видите, как у меня, какое окрашивание модное. Смотрите, мне очень нравится, правда, я безумно довольна этим окрашиванием. Хочу вам похвастаться. Я просто такая была закоренелая блондинка, я боялась все время выйти из блонда, я думала, что я до мозга костей блондинка, но скажу честно, затемненные корни, насколько это здорово, насколько это красиво, модно, что всем блондинкам советую, кто уже устал постоянно от окрашивания корней, потому что я красила корни каждые 3 недели, это реально напрягает, девчонки, выходите вот в такое вот окрашивание, я вам честно скажу, и блондинка, и не нужно корни красить каждые 3 недели, просто вот затемняете корни, делаете растяжку раз в 2-3 месяца, ходите красоткой и вообще не заморачивайтесь. Как успехи с набором веса? Я вам скажу честно, пока печально, потому что сегодня... моя мама сказала мне встать на весы, я встала, и 41 килограмм. То есть до этого было 43, я, видимо, то перенервничала, то какие-то стрессовые ситуации. В общем, 41 килограмм. Да, пока все печально, но ничего страшного, кушаю очень много. Поэтому, что не спишь, когда твоя мама приедет? Смотрите, моя мама уже приехала, да, уже ни для кого не секрет. Вы видели в эфирах, что она в среду приезжает. Вот, ну, смотрите, вы все увидите сами, не могу вам раскрыть все секреты. Вот, знакомство мамы с Андреем вы увидите уже в среду. Я в прямом эфире. А? В прямом эфире. Так, губы свои, ну, как сказать, мои. Мои немножечко я подколола. Ну, у меня получается как, у меня свои от природы, они не очень прям такие тонкие были. Но я объема добавила, да. Привет из Нижнего Тагила. Нижний Тагил, передаю вам привет. Розочка, доброй ночи, сохрани, пожалуйста, эфир. Да, конечно, сохраню эфир, обязательно. Вы пока можете задавать вопросы, которые вас интересуют, с удовольствием отвечу. Не переживай по поводу веса, я тоже не могла набрать, было 38, сейчас 45, наберется. Ну, я тоже так думаю, главное кушать и не нервничать. Так, привет из Запорожской области. Привет, мои хорошие, привет, передаю вам. Роза, мою маму тоже зовут Роза. Микрофон натяну, потому что стучат, чтобы все слышали. Так, красотка, спасибо большое. Чего не спите? Да у нас вот недавно закончился только семейный совет. Были на кухне, там попили чай, и вот скоро будем ложиться спать. Думаю, зайду к вам хотя бы на пару минут пообщаюсь. То пишите, что я не выхожу в прямые эфиры. Ты очень хорошенькая, спасибо. Вы спасибо, меня прям комплиментами забрасываете. Спасибо большое, очень приятно. Так, как дела Андрея, как они с мамой? Скажу в целом, все хорошо, но подробности все смотрите сами. Не буду вам раскрывать все секреты. Вот уже в среду в 12:30 на канале ТНТ вы сможете увидеть встречу. Скажу честно, много эмоций было, разных эмоций. Вы все увидите. В общем, смотрите эфиры, вам будет интересно. Как зуб не болит? Я вам скажу честно, нет, уже не болит, но у меня получается как? У меня было 4 шва, 3 шва разошлись, остался один. Не знаю, как там все держится, но вроде нормально. Видите, щека у меня сошла, то есть отека нет уже, но как бы один шов только все держит. Поэтому где-то вот через несколько дней буду ехать к стоматологу, снимать этот один единственный шов и отбеливать зубы. Обязательно нужно ходить с микрофоном
На доме, да, обязательно, конечно. Все время ходим с микрофонами. Ты красивая, ты молодец, позитивная. Спасибо большое, моя хорошая. Да, я очень позитивный человек. Это у меня от мамы передалось, вы потом заметите это. Ну а что грустить, что? Нужно с позитивом по жизни, что и вам желаю. Не расстраиваться. С позитивом все будет хорошо. Бровки. Что бровки? Бровки красишь краской? Нет, у меня татуаж бровей. Я же вам, вот, может, вы видели в эфирах, у меня такие черные не были. Татуаж сделала. У меня стрелочки, татуаж и брови. Так, расскажи про губы. А что вам про губы рассказать? Ну, периодически я могу подколоть буквально 0,5 миллиметра, так, чтобы поддерживать форму. Ну, вот, я не скажу, что у меня они прям огромные, но мне нравится такая форма. Сейчас покажу вам. Вот. Мне она идет. Не люблю, когда перегидроленные какие-то огромные, знаете, как у утки. Ну, просто пышные губы, это красиво. Самое красивое. Спасибо. Вы меня прям перед сном решили комплиментами забросать. Спасибо, мои хорошие, очень приятно. За Киевом скучаешь? Ну, не скажу, что прям скучаю, но, конечно, хотелось бы на родину поехать. Хотелось бы поехать с Андреем, чтобы показать ему Украину, познакомить его с моей родиной. Вот, но я думаю, что в ближайшее время мы это сделаем. Много красивых мест, на самом деле, в Украине. Я хотела бы ему показать. Вот он мне сделает экскурсию еще по России, а я ему Украину покажу. Это больно было убирать зуб? Ты нервничала? Я вам скажу честно, если вам хорошо обезболят его, то вы, в принципе, вы не чувствуете. Вы чувствуете только кость, как ее вот так вот убирают. А саму боль, там, как десну разрезают, зашивают, нет, я не чувствовала. Боль наступает через часа два, когда анестезия отходит, и вот тогда вот все соки вы чувствуете. Ну, это терпимо, обезболивающе пьете и порядок. Так, ты кто по нации? Украинка. Кто по нации? Какие вопросы? И так все понятно. Милая девушка, добрая ты, красивая пара. Вы, спасибо вам большое. Спасибо за поддержку. Да, мы красивые, хорошие, добрые, позитивные. Спасибо. Подскажи, что кушать, чтобы похудеть. Я вам скажу честно, вы лучше мне подскажите, что кушать, чтобы поправиться. Потому что я худела не целенаправленно, я похудела просто от стрессовых каких-то ситуаций, моментов, да, то есть я потеряла вес. Но целенаправленно я никогда вот за все свои годы не худела. Слава богу, генетика хорошая, я в этом не нуждаюсь. У меня всегда была хорошая фигура, но сейчас что-то я, конечно, слишком малое вешу. Вы прелесть, такая благородная. Спасибо, моя хорошая. Украина красивая. Согласна, согласна. Вот Карпаты мне нравятся. Я, кстати, ни разу там не была, к удивлению, но там очень красиво. Хотела бы с Андреем поехать. Новогодние праздники, там просто сказка. Свадьба когда у вас? Свадьба у нас 15 октября. С праздником вас, спасибо. С каким? Приезжайте в Крым. Да. Кстати, в Крым мы тоже хотим приехать, в Ялту. Я очень люблю Ялту. Свадебное платье уже купила? Нет, свадебное платье еще не купила. Просто мы сейчас пока еще думаем, где играть свадьбу. Либо в Москве, либо мы просто распишемся и полетим, сделаем церемонию уже где-то там на островах. Вот. Ну, тоже еще пока не решили этот момент, не буду вам рассказывать. Во сколько встаете? Подъем у нас каждый день в 10 утра. Ну, на выходных нам дают поспать подольше. Могут и в 11 разбудить. Розочка, передай привет Шабе из Орла. Зайчик, тебе из Орла передают привет. Спасибо. Спасибо, он вам тоже передает привет. Орел, привет от Андрея. Когда у тебя день рождения и у Андрея? У меня день рождения 6 ноября, у Андрея 6 апреля. Августа. Какими средствами по уходу за собой пользуешься? Ну, смотрите, фирмы назвать не могу, да, вы знаете, скажу. Разные скрабы, маски, крема. Я очень тщательно слежу за своей кожей, поэтому у меня разный набор. Стараюсь натуральные какие-то маски хорошие покупать. Вот, в принципе, приветствую домашнюю косметику, да, там, чтобы там смешивать натуральные ингредиенты. Но, к сожалению, у меня на это времени нет, но они очень эффективные. Это что стучат? А, сейчас, подождите секундочку, я еще зайду.